Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Пытаюсь на умирающем компе снять для вас несколько сюжетов, но что-то не получается. Но вот этот сюжет я с третьей попытки все-таки сегодня сниму, потому что, возможно, он кому-то спасет еду. Еду говорю. Спасет жизнь. Извините. Вот эти рыбки милые, да, собрались. Ну, они собрались, правда, сейчас пишут в Штатах. Но это где их наблюдают. Но дело в том, что это второй такой случай за всю историю вот в интернете. То есть первый был в 2012 году, когда мы были в шаге от глобальных событий, ну, которые пошли просто у нас по другой ветке. Слава богу. И количество акул, которое тусовалось, оно как бы рассосалось потом по океану. И вот сейчас опять они собираются. Ну и что хочу сказать я вам, что вот эти рыбки, они прожили многие миллионы лет. И вот это вот включается у них сейчас коллективный разум. То есть они собираются, образуют как бы сеть путем боковой линии и вырабатывают их коллективный разум эгрегориальный, то есть в связи вот с тем, что творится в мире, как им выжить, то есть как пережить очередную возможную там войну, катаклизм или что-то угодно. И суть такая, что скорее всего они будут плавать не только по соленой воде, но и по пресной. Если у нас пойдет по негативному пути, то есть акулу там размером 3-4 метра можно будет наблюдать в любой реке с более-менее чистой водой и с наличием пищи. Но пищи для них могут служить те же самые трупы. Да? В обычных реках. Поэтому имейте это в виду. В те времена, когда уже не будет интернета, вы как бы просто не забывайте, что рыбы, пережившие очень многие цивилизации, условно говоря, имеют очень большую базу данных, как выживать. И хоть для них и пресная вода не самый кайф, да, у них биоцикл как бы сокращается, поскольку он построен в соленой воде, но тем не менее ради выживания своего потомства они, во всяком случае, кита у нас заходит, и хоть она умирает, но прожив 4-5 лет в океане, она неплохо себя чувствует в пресной воде. Поэтому следите за информацией. Спасибо, в общем, за то, что сюжет посмотрели. С вами был Юрич.